пусть вас не удивляет происходящее. Сегодня здесь, в одном из универмагов, будет произведен несколько необычный эксперимент. Участники, съемочная группа нашего фильма, представители пожарной охраны и посетители магазина. Давайте посмотрим, как ведет себя человек в условиях экстремальных. Хочется верить, в каждом из нас видится смельчак, когда один на один с огнем выиграет эту схватку, если, конечно, умеет пользоваться огнетушителями.